Тысячи лет назад четыре стража охраняли Рим. Он был одним из стражников. Сегодня, спустя тысячи лет и совсем в другой стране, он снова стражник. Но теперь это особенная стража. Пятая. Мистическая стража, во главе которой стоит бессмертный вампир. Благородные мысли, последний причал. Воспоминания, реанимация, без права на реинкарнацию. Главный вопрос запредельно прост: как быть? Утонуть или дальше плыть? Бесконечность времени, злая, добрая сила. Крах четырех страшников Рима, милосердие и насилие. Простых смертных быстро убьет время. Ведь даже доктора Дре когда-то сменят. Встретит очередное поколение под покровом ночи. В суете рабочий, под утро усталые очи. В плену тоски, в эскиз давит давление. Участится сердцебиение в погоне за мечтой. Идти против зла сердца — это проклятый путь. Обрести бессмертие — в этом вся суть. Словно камнем с моста, позади боли пустота. Всего лишь темнота, впереди зарытая мечта. Она умирала дважды, воскресала также дважды. Любовь победила безразличие однажды. Даже вечную жизнь рушат ночные кошмары. Ульяна в теле божены, неровные сердца удары. Эйфория благородной мысли, последний причал. Воспоминания, реанимация, без права на реинкарнацию. Главный вопрос запредельно прост: как быть, утонуть или дальше плыть? Великой женщине не страшны сплетни, слухи и даже смерть. Воскрешение, бессмертие, мир не будет таковым впредь. Вдохновение эпох можно смотреть вечно. Небесная красота безупречна. Создала свою мечту современный гений. Прошла сквозь века, но не стала тенью. Даже в одиночестве не стала одинока. Приняла дар пророка, ведь жизнь с ней жестока. Мыслями рождает видение, взглядом рушит сомнения. Ее настрой весна. В любое время года благородные идеи привели в мир воли. Розовые сны сменила я, прошла разум болью. Ведь великой женщине не страшны сплетни, слухи и даже смерть. Воскрешение, бессмертие, мир не будет таковым впредь. Вдохновение эпох можно смотреть вечно. Небесная красота нет безупречна.